Что такое счастливое детство и детство трудное, непростое? И какое оно у двух братьев Руслана и Тимура? Когда они смогут почувствовать себя в настоящей семье, пусть и приемной, но такой, например, как семья Залетдиновых? Когда ты знаешь, что ты можешь осчастливить еще кого-то, ну почему бы нет? Обо всем этом мы расскажем в программе «Право на маму» на телеканале «Самара ГИС» в понедельник, 10 апреля, в 18:45.